Давай. От родителей я взял самое важное. От мамы взял спорт и ум. Ну, хоть выдающихся результатов я не достиг, но для меня все же это достижение. От папы я взял самое главное для мужика. Это руки и умение соображать. Что-то самому придумать, починить, что-то построить. Это я научился от папы. Ну, учусь, по крайней мере. Вот. Хоть папа иногда говорит, что он не в ум пошел, но это далеко не так. То, что умеет он, многие не умеют. Мы с папой не герои на словах. Мы привыкли показывать себя на деле, показывать свои умения. Вот. Если я что-то обещаю, значит, я это выполняю. За всю свою жизнь я дал одно, только одно большое обещание. Я сказал папе, что когда я вырасту, я подарю ему джип. И на этот день рождения я исполняю свои обещания. Папа, с днем рождения! Джип, ну показывай! Покажи джип! Ну-ка, это что за штука? Шевроле Нива. Что, правда, что ли? Да. Натурально. Выходи. Да. Выходи на улицу. Серьезно? Выходи на улицу. Да. Серьезно? Пошли все на улицу. Выходи на улицу. Ты старушка, я на войне. Ну серьезно, что ли? Вы что? Ты с номерами? Да. Не, вы меня зоните, жди. Вот и дым. Вот, лобовичку. Не, ну вы чё? Да ну нафиг ему! Да не может быть! Не. Ну серьёзно, вы серьёзно. Я пизду. Это действительно для тебя. Ну ты... Ну, сыну, я не ожидал. Ну, не ожидал я тебя. Так, не, ну, это... Я даже не знаю. Авторежим у меня снова включился, сигналка. Нужно завести, чтобы она не выключалась. Люди еще и с бантами. Снизу бантик. А? Ну, шик, блеск. Залазим. Вот это да. Сцепление там. А вы знали? Вот левое сцепление. Ты и тоже не знал. И вообще никто не знал. Ты знал? Я только знала одна. Я одна знала. Ключ немного поверни, подержи, пускай. А где она будет стоять? Да в гараже не переживай. А в каком? Там сколько уже? Да не переживай, Петровночка, это мелочи жизни. Не, это что, шутки? Садимся, всей семьей поехали, прокатимся. Ё-моё, я офигею. Да, вы с семьёй, правда, сядь. Федя, садись, Павлик, садись сюда. Давайте зайдём. Сейчас. Не, серьёзно это что? Серьёзно? Да-да. Я 2 года копил со стипендии. Не, ну... Смотри! Стеклоподъемники. Не, ну как? Не, я не верю. А знаете, как трудно было держать все в секрете? Да, особенно мне 2 года. 2 года? Да. Серьезно? Нет, я 2 года копил, и вот 3 недели назад купил. Фига. 18 мая купили. Ну, купил Саша. И как это я было трудно стояла. Случайно Семена не брыжи. Проболтаться. А вот что ты делал? Я так и думал. Да. Я еще не хотел тебе сходить. У тебя бас был закрыт, да, там, в гараже? Да. Мы встречались. Чешет репу. Не понимает, не верит. Не, ну, а это что такое? Это на прокат ведь? Это тебе подарок. Ну, я уже все купил, все оформил. Какие подарки? Ну, не делаю это, старости лет, вы что? Он хотел на 55, но... Да, не дотерпел. Настолько Нива уже еле держит, что он решил 53.
машина-зверь. Саша, когда поехал, ой, говорит, ой, какая, ой, как машина-зверь. Печка здесь очень мощная. Специально проверял, смотрел. Регулируются всякие режимы. В ноги, в голову, здесь просто подогрев зеркал. Холодный воздух, ну не знаю, по-моему, кондиционер не стоит. Вот, воздух брать. Жарко выключи. С этого, бабушка с той водой. Это из салона, получается, по салону будут гонять. Это все уже потом покажу. Вот. Ну все, включай заднюю, выезжай. Бабушка, да. Бабушка, задняя бабушка. Все пристегнулись. Ну с Богом. А тут нет. Направо, да, мне появился? Ну не знаю, Да забей. Все мелочи потом тебе расскажу. Вот. Так, там кто у нас? Только по зеркалам надо ехать. Да, звука нет никого. Тренировка специально стоит. Так, так же? Да. Так, коробочка хорошая. Ручник. Газа больше, давай газа. Газа. Обучает папа тебя вождение, дожил. Говори. А здесь вот колеса, да? Немного они... Они шире и они выше стандартных, поэтому когда руль до конца выворачиваешь, они немного цепляют защиту. Ну там немного нужно защиту будет подделать. Вот. Гидроусилитель руля стоит. Я тоже заметил легко. Третий, так нифига он на третий ехал, переехал нормально. Это четвертый. Четвертый. Учитывая, что баньки. Мы считаем, это в пятером сидим, на четвертый оно втягивает. Семена на старте я просто дергаю, как, ну, вообще не знаю, как младенца какого-то. Он вообще далеко от меня остается. Все, парковка опрокинули. Не верю, говорит, не верю. Не, ну ладно, мы, это еще куда ни шло. Ну, сын. Да, студент. Студент, еще студент, все, это стипендия. Не верю. Сейчас ночь спать не буду. Да, точно. Он когда купил, тоже не спал. На адреналине весь был.